Появилась первая официальная информация по продвижению вооруженных сил Украины на Запорожье. Спикер пресс-центра сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень сообщил, что на запорожском направлении идут бои локального значения. Задача ВСУ – улучшить свои позиции и выйти на более выгодные рубежи. Это действие местного значения. Мы говорим именно по Запорожью. На некоторых участках происходит подвижность и оживление. В числе активностей идут бои за Великую Новоселку. По его словам, российские войска находятся в ожидании прорыва линии фронта, а поэтому проводят ротацию и стягивают дополнительные силы. Также Валерий Шершень добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС на действия украинских войск на этом направлении никак не влияет. Если посмотреть на карту, то мы контролируем ситуацию в верхней части бывшего Каховского водохранилища. Никополь, Марганец, Орехов, Гуляйполе и до Авдеевки. Вот такой у нас сектор ответственности. Также известно о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении. Третья штурмовая бригада в своем телеграм-канале сообщает, что за последние сутки освободила от оккупантов более 2 квадратных километра. Заместительница министра обороны Украины Анна Малер сообщила, что под Бахмутом продолжаются бои. Местами враг пытается перейти в наступление, но безуспешно. Подобная ситуация на Авдеевском и Лиманском направлениях. А в районе города Мар'їнка украинские военные отбили множество атаки врага и нанесли оккупантам огромные потери.